Единороссия слан молодая гвардия от мнеме пырущая свого сныровеньки кара. Юралышлан чуктым шерти, том ёску тасну цашны олама ёзлы. Аныш та өту вуджаласны карса администрация кэд. Уна юалым рощая саулан пасья шерти. Микола пыртны вуль регион ясын. Мы, волонтеры из Республики Коми, приехали в подшефный город Ровеньки с гуманитарной миссией. Сегодня мы доставили продовольствие местным жителям, консервы, каши и также питьевую воду. И помогли с уборкой придворовой территории. Волонтерия свайсны ЛРНР гуманитарная кыпта стыра Нива Машина. Техника с воджемуны смен боечездора передовые. Волонтеры молодой гвардии регулярно выезжают на новые территории. Это был и Луганск, и Мариуполь, и Мелитополь, и Донецк. А в Ровеньки едем впервые. Большой группой, 6 человек. Вот, поэтому это уже не разовая акция, не первый раз мы выезжаем. Вот, в Ровеньки поедем ли снова? Я думаю, что да. Я думаю, что мы там откроем постоянно действующий штаб. Вот, ну, будем исходить от нашей необходимости. Все-таки пока больше помощи требуется там, в Мариуполе, в Луганске. Вот, ну, тем не менее, если будут приглашать Ровеньки, будем выезжать.